Привет, моделисты и моделистки AK, Crazy Russian, город Цинциннати, штат Огайо. Кто первый раз? Я живу в стопроцентной англоговорящей среде, у меня проскальзывает огромное количество английских слов, я не сразу могу перевести на русский. Всем огромное спасибо, ребята, от души корректируйте меня, это очень помогает. Я на русском разговариваю практически здесь, на YouTube, на моих видео. Так. Сегодня тема очень интересная, мы сделаем side camera. Не настраивайте свои мониторы, это такая задумка. У меня есть система Philips Hue в комнате, где модели мои и макеты я строю. То есть я меняю, чтобы нам не скучно было. А тема такая вот интересная. А давайте сделаем такой арктический какой-то закат. Может быть, где-то на полустанке, на сортировочной в Техасе, да? Холодным уже вечером, к примеру, потому что там быстро закат, и они очень цвета совершенно сумасшедшие. Может быть, рядом тоже освещение какое-то неоновые, ну, цветные. Ну, вот надумайте себе, что. Значит, с канала Саша. Саша, тезка мой, спрашивает, что повлияет на цену модели. Это я суммирую. В его конкретном случае есть imperfection, какой-то, ну, проблемка с краской у прожектора M62 Машки. У меня сразу же встречный вопрос. Либо это крутейшая самоделка, либо Рока, оно обычно дороже, чем Пика, либо это Пика. Как модель досталась? Какие планы на будущее? Если перепродажи, и ты сможешь сделать это в ноль, или даже оставить для себя, конечно, но если это не будет в ноль, это тоже, меня бы это еще больше стало бы, ну, не огорчать совсем, ну, как bother по-английски. Ну, каждый день я смотрю на нее на макете там, или же она стоит на дисплее. То есть вот такие факторы. Конечно же, если в ноль, и, к примеру, ну, у нас вот репутация, мы что-то ремонтируем, мы всегда скажем, люди это, ну, любят и знать об этом. И цена не сбрасывается, наоборот, она даже растет. К примеру, там усовершенствование, мощность перекраской, да, мы говорим, что мы сделали то-то, 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 да, и цена пойдет вверх, разумеется, потому что либо Роб перекрашивал, либо наш контрактор перекрашивал, либо я делал какую-то DCC суперинсталляцию, к примеру. Вот. То есть, если это сделать в ноль, если это не сделать в ноль, чуть-чуть, да, как-то так замазать, подкрасить, я бы не трогал вообще. И мне интересно, ребят, вот тема, кстати, что... О, поменяли, поменяем. Можно это компьютеризировать, кстати. Что для вас важно там в цене модели, да? То есть, отдаете вы ли себе отчет, когда вы покупаете модель, что с ней будет... Или это какой-то impulse buy, то есть вот увидели, загорелись, бум, деньги есть в кармане, купил, потом думаешь, зачем купил? К примеру, такие моменты, да? То есть либо покупаете с целью перепродажи, что-то починить, вот в таких местах. То есть в зависимости от того, что вы хотите делать с моделью. К примеру, вот это вот, то, что сейчас вы видите, а вот давайте такое сделаем, к примеру. Вот такой. Ну, может быть, сказать, кентаккский закат. Тоже такие драматические всегда цвета. Это единичный экземпляр, сделан с фотографии оригинальной вот этой boxcar. То есть в Нульсен сделано. Даже есть... попытайтесь найти, вот там номер видно, если фотографии есть. Так, как, так я... За что... За что продали, за то я и купил. Потому что компания занимается вот такими штучными вещами. Ну, в общем, давайте, ребят, тему разовьем, что влияет на цену модели. Очень интересно. Может, даже стримчик в ближайшее время, ну, наверное, выходные сделать на эту тему. Подготовимся, вопросы какие-то, и я с удовольствием отвечу. Успехов, ребят, спасибо за поддержку канала. У нас есть патреончик вот здесь, такой
ссылка в описании. Есть membership на основном канале на пивко и чтобы хорошее времяпровождение было. Давай, успехов!